Артём! Соберись, до темноты осталось всего ничего. Как туннель обвалился, на театральную отсюда остался только один путь по поверхности. И задерживаться там до темноты определенно не стоит. Ну все, понятно. Обжитое местечко. Повезло нам, Артём. Похоже, схрон местных сталкеров. Всем салам алейкум, мой родненький. Мы продолжаем метро. А где были сталкеры? Луч надежды. Черт, фильтров маловато. В общем, нам нужно добраться до метро, и путь лежит через поверхность. Не стесняйся, бери. Здесь все сталкеры, братья. Путь лежит через поверхность, и теперь нам придется пройти по поверхности. Путь будет, опять же, нелегкий. По поверхности все-таки бродят всякие мутанты, и нежелательно нам там задерживаться и бродить в темноте, тем более. Ну, какой-никакой противогаз имеется. Надеюсь, у нас все пройдет гладко. Часы. Удобно знать, насколько еще воздуха хватит. Надеюсь, все пройдет гладко, и мы доберемся до метро без всяких, как говорится, проблем. Такое водится, что и пули не спасают. Ты, конечно, стреляный воробей, но в таких переделках еще явно не бывал. Ну, не знаю. Так что помни, если хочешь жить, не расслабляйся ни на секунду. Ого! Вот это да! Слышал я про это место. На посадку уже заходил, когда рвануло. Видишь, здание, в которое он врезался. Вход на театральную там. А на поверхности-то все тает. Прям весна, Артём. Повезет и до лета доживем. Да. Так, погоди. Тут справа от самолета должен быть подземный переход. Сталкеры через него площадь обходят. Масштабно, вон, масштабно. Можно спуститься. Ну давай, пойдем. Очень да, масштабно. Да, недолго солнышко сияло. Как быстро тучами все затянуло. Да. Стоп. Дождь. Артём, ты когда последний раз под дождем был? Офигеть, да? Приближается. Ты давай двигай тебя, братан. Что-то я очкую здесь находиться, на самом деле. На поверхности. Вон и переход, давай туда. Давай, давай, пойдем. Слушай, ну очень атмосферно прям, я бы сказал, да? Блять, эти пауки просто везде достали, а? Так, мы поменяли противогаз. А где он? Где Павел? Я не понял, где Павел? Подожди, это что за хоррор? Это что было? Ты это видел? У меня... Я серьезно, у меня... Мурашки, похоже, только что были. От всего этого. Так. Вот это нормально, вот это уже получше будет. 20. Блять. Блять, это пиздец. Это пиздец просто. Так не было неожиданно сейчас, я почувствовал прям это все. Так, мы вместо чего взяли? Мы вместо вот этой взяли. Так, я по-любому беру автоматик, тоже мне нужен.
Все, мне туда не пройти, да? Мне туда никак не пройти, да? Хорошо, ладно. Все, пойдем обратно. Ты где, блядь, ходишь? Что происходит? Блядь. Смотри, сколько их. Смотри, сколько их. Тебе и сдурел, блядь. Бля-ля-ля. Добей, добей его, добей его. Добей его, блядь. Право нажимаю, сразу две выстреливает. Прикинь. Смотри, еще. Готов! Добей этого. Добей, блядь! Сука. Да теперь. Давай-ка поищем проход через самолет. Слыхал я про это место. Что-то прям большой самолет, я тебе скажу. Чушь, конечно. Попробуй открыть, я прикрою. Что открыть? Что я должен открыть, по-твоему? А, мне все-таки нужно спуститься и попробовать открыть вот здесь, да? Я так понял. Поищи, нет ли чего годного, я прикрою. А что, как я тут открою? Что я открою тебе? Блин, а? Как мне туда попасть? А, все, я тормоз. Заклинило? Давай вместе. Пошла. Нормалек. Так, Артем, место это непростое, так ух что ты. Не теряй головы. Ладно, пошли. Да. Сталкер один рассказывал, это был рейс Майорка-Москва. Ну, семьи после отдыха. Я-то сам ни на море не был никогда, ни в самолете не летал. Не судьба. Я хочу сделать превьюшку. Странно как-то. Черт, ты тоже видел? Артем, что это было? Я не знаю, что это было, но... Живые, смотри! Я тоже это вижу, Паша, я тоже это вижу. Так что давай, двигай. Да, жестко. Что?
страшно. Дым. Гарь. Дышать нечем. Душно мне. Душно. Дым. Мама! Мама! Что? Где? Да, ребят, на самом деле это очень страшно. Очень страшно. Ну, Артём, спасибо. Если б не ты, я бы так бы и задохнулся там, как остальные. Это очень страшно. Жалко, жалко людей, летевших здесь. Очень жалко. Артём, давай направо! Вход должен быть за этим зданием! Сука. Блять. Чёртовы демоны! Будешь должен. Ну что, цел? Пошли, мы уже почти на месте. Двинули дальше. Да. Полетали, блять. Ну, что я говорил? Умные заразы! А мы уже почти пришли. Да вы что? Сколько вас тут? Давай, давай, вот этого добей. Добей, добей, добей. Отстань от меня, скотина такая. Вход на театральную тут, за углом, побежали! Отлично. За мной, скорее! Знаешь, вот я тебе скажу, я почему-то в своем напарнике... Своем напарнике настолько уверен, что он прям нормально меня это я здесь! Защищает. Я здесь, я понял. За мной! Давай, закидывай меня. Руку! Скорее, сейчас еще набежит. Тут где-то рядом вход. Наверху! Ты смотри, сколько их! Надо предупредить станцию! Скорее! Да, надо предупредить, давай согласен. Давай по эскалатору! Скорее! Скорее! Они не отстают! Еще один! Открывайте! Скорее! Прикрой! Паша, прикрой меня, блядь! Ёб твою мать! Давай внутрь, живо! Ничего так прогулочка получилась, а? Короткое свидание с мертвой Москвой, призраком прошлого, закончилось. Мы с Павлом снова выручили друг друга и обратно в метро спускаемся уже спаянным тандемом. В пустошах иначе не выжить. Но теперь впереди обитаемая станция, театральная. Отсюда до полиса рукой подать. Если Паша сможет провести меня через блокпосты красной линии, я буду у своих уже через час. Здорово, отлично, мы прошли поверхность, было нелегко, все-таки вот эти демоны, они очень мощные. Ну что ж, увидимся в следующей серии. С вами был, как всегда, Дженни Форс, пока-пока.